Я не знаю, ты знаешь, что не знаешь, что там было вообще. Небольшие рекламки, короче. Начинаем со заново. Макс. Чё, какие делишки? Первый. Субление. Какие дела? Все хорошо, Серёг! Нормально. Вообще. Поехали, Ивер! Живем мы под качелями Воронеж, сегодня качелями Усмань. Да? Thank you.
да, Вальдовский? Нет. Ну что, продолжим. Это же третье. Это же третье платье «Подземный каньон». Друзья, небольшое объявление, у нас гардероб работает, так что, пожалуйста, разденьтесь из гардероба. Если кому, конечно, жарко. Так точно. Вау, давай! Перечитать сотни книг, но не стать темной ночью. Протяжешь скорость, ведь ты не света подумка. Простусь, я сказал, эти ночи способны на пугло. Среди летели с листью, ваши похожи на пугло. Среди серый глаз, серый силос. Глаз, серый глаз, с тобой ты вопрос. Молодой пальмы становится сложнее серьез. Скоро седых волос. Видно мое сердце, о чем я во всем напомню. И мой кино на стыти, кругом вернется в горину. Кто смотрел «Зайцев плюс один», она там тоже снималась. В общем, есть такая маза написана. Она московская певица, ее зовут Арминга. Мы с ней познакомились в Москве. И сейчас готовим с ней совместный трек. И вот то, что сейчас есть, вы послушаете, это ее партия. И хочу заметить, это все записано на iPhone, на Арбате. Окей, народ, просто приколимся, давай. Пусть мы для вас, Арминга, из Москвы.